Я как будто человека несу, а не вещи. Он что, в карманах булыжники таскает? Хотя я бы не удивилась. Он ведь на все пойдет, чтобы меня разозлить. Ханым, лифт сломался, ничего не работает. Что? Сломался. Как сломался? Обычно. Но что значит сломался? И что это все значит? Это сколько же там ступеней? Какая же это современная компания, если даже лифт не работает? Вот вещи Азанбея. Прошу. Их нужно отнести к нему домой. Ничего про это не знаю. Мне сказали забрать вещи из химчистки, и я забрала. Пенарханым, там проблема с договором. Посмотрите? Уже иду. Азанбей живет на 4-м этаже, квартира 22. Просто отвези туда его вещи и ничего там не трогай, понятно? Дурацкий Азан со своей одеждой. Это ж сколько мне спускаться? Что, никого нет дома? Я тут твою одежду из химчистки забрала. Парфюм, значит, сменил. Ну? Я так и подумала. Все такое же опрятный. Ни следа от рук женщины. Холостяцкая кухня. Иначе не скажешь. Азан, как всегда, ничего не ест. Ничего не изменилось. А, Азан, будь мы женаты, я все так же баловала бы тебя вкусной едой. Ты сохранил. Эсра? Тебе нравится? Спрашиваешь еще. Прости за такой простой подарок. Денег сейчас немного. Это твой первый подарок мне. Неважно, сколько он стоит. Я буду хранить его всю жизнь. Обещаю. Что ты здесь делаешь? Одежду твою принесла.
В общем, я забрала твои вещи из химчистки и сначала принесла в офис, но Пынарханым сказала отнести к тебе домой. Поставь на место. Ты сохранил? Простая безделушка. Должно быть, закинули с остальными вещами. Я даже не заметил. Азан, почему ты такой жестокий? Ну, подумаешь, сохранил. Что такого? Или ты хочешь навсегда забыть о моем суще... Эсра, хватит. Прекрати. Ты не можешь просто вернуться в мою жизнь, словно ничего не было. И ты не можешь рыться в моих вещах. Теперь доволен? Теперь уходи. И никогда сюда не возвращайся. Азан! Не Азан, а Азанбей! Запомни, я теперь твой начальник, и ты работаешь на меня. Знай свое место и веди себя соответствующе. Я 17 этажей прошла, и вместо «спасибо» услышала лишь крики. Прекрасно! А не слишком ты вырядился ради той, с которой не хочешь идти на ужин? Муса, кажется, тебе стоит чаще бывать дома. Или съезжай оттуда. Не плати аренду зря. Не меняй-ка ты тему. Я думал, ты не хочешь идти на ужин. Я пойду, Муса, пойду. И испорчу ей удовольствие. Этот ужин будет моим победным. Отметь этот день в календаре. Надеюсь. Боже, пусть она улыбнется. Посмотри на меня. Что ты сегодня наденешь? Надень что-то милое, что-то такое красивое, чтобы Азан сразу потерял контроль. Надень то, что надевала тогда на свадьбу. Оно тебе подходит. Надень. У меня другие планы. Смотри, я надену это. Любимое платье Азана. В нем он никогда не мог глаз от меня оторвать. Оно тебе очень идет. Я устрою Азанбею прогулку в прошлое. Как идея? Уделай его. Понюхай. Это его любимый парфюм. Быть не может. Дрянная девчонка, я бы не подумала. Мне стоит быть с тобой осторожнее. Ты вмиг сметаешь своих врагов. Опасная ты женщина, Эсра. Азан это заслужил. Он и не думал об этом, когда позорил меня. Он точно заслужил это, я уверена. К концу ночи Азан снова в меня влюбится. После этой ночи Эсра сама покинет компанию. Вот увидишь. Мне любопытно, что ты собираешься делать? Я заставлю ее столкнуться с прошлым, Муса. Азанбей, мы подготовили ваше меню. Отлично. Эсра Ханым, мы на месте. Я знаю этот взгляд Азан Карфалы. Я тебе нравлюсь. То есть ты решила, что зацепишь меня платьем, Эсра Эртем? Этой ночью я тебя одолею. Бойся. Я отвезу тебя в прошлое. Вот увидишь. Добро пожаловать, Эсра Ханым. Благодарю, Азанбей. Здравствуйте. Я главный пиарщик компании. Сегодня я вас сопровождаю. Ваш столик готов. Прошу. Прошу, вот ваш столик. Эсра Ханым. Спасибо, Азанбей. Мы можем сделать фото для журнала компании? Конечно. Само собой, да. Спасибо.
Он знает, что я не могу есть рыбу. Он нарочно выбрал рыбу. Это выражение я и хотел видеть. Какие-то проблемы с Раханым? Наоборот. Все прекрасно. Отлично. Все пока хорошо. Посмотрим, что дальше. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Простите, там что, есть базилик? Базилик? Да, в каждом салате. А можно его вынуть? У меня на него аллергия. Мы готовили по заказу Озанбея, но, конечно, мы все вынем. Конечно, конечно. А я не знал, что у вас аллергия. Прошу прощения. И откуда вам было знать, да? Откуда, интересно? Да. Лучше тебе пока не есть, Асра. Не стоит. Этим ты не заставишь меня сдаться, Азан. Даже не пытайся. Раз уж наш директор перед вами, можете спросить у него что угодно. Что угодно? Конечно. Если бы у вас был шанс вернуться в прошлое, то вы бы что-то исправили? Думаю, прошлому лучше остаться в прошлом. Мысли о прошлом — лишь пустая трата времени. Человек должен учиться на своих ошибках и двигаться дальше. И я думаю, на своих я многому научился. Но разве не прошлое определяет наше будущее? Разве мы не обязаны всему нашему прошлому? Серьезно? Но это же полная ерунда. Я думаю, что я успешен не благодаря некоторым людям, а вопреки им. Благодаря своему упорству я добился всего, несмотря ни на что. Вы уверены, Озанбей? Думаю, вам нужно подумать еще раз. Может, кто-то платил по счетам, пока вы пытались написать свое приложение. Разве вы никому за это не благодарны? Разве я могу быть благодарен тому, кто бросил меня на полпути? Особенно, когда этот кто-то был со мной неискренним. Неблагодарный. Что-то оплатило и уже хочет захватить компанию. Я тебе покажу, Азан. Ты будешь умолять меня сойтись. Ты сдашься, Эсра. Сдашься и навсегда оставишь меня в покое. Кажется, я что-то слышала. Можем мы сделать еще пару снимков, пока вы допиваете коктейли? Хорошо. Но последние, ладно? Последние, да. Уважаемая, можете встать чуть ближе? Еще немного? Отлично, я снимаю. Она побрызгалась тем парфюмом. Почему я ведусь на такие трюки? Он выглядит совсем иначе. Как будто совсем другой человек. Все готово? Да, Озанбей. Спасибо, что пришли. Мы вас покидаем. Всего доброго. Конечно. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Раньше мы и подумать не могли, чтобы поужинать в таком месте. Мы покупали продукты на последние куруши. Но я и не жаловался. Я не хотел есть где-то еще. Ты сама все готовила. И все было очень вкусным. У нас не было денег, но мы умели развлекаться. Помнишь, как когда в парке мы катались на колесе? Мы катались на нем часами, и нам не надоедало. Мы не хотели спускаться. Было хорошо. Даже очень. Может, продолжим где-то еще? Конечно. Само собой, почему нет? Тогда идем.
Прошу, Исраханым. Азан, куда мы едем? Домой. А разве твой дом не на верхнем этаже компании? Это другой дом. Я купил его в том году, но я не часто здесь бываю. Мы на месте. Почему мы здесь? Поговорим внутри. Как тебе? Очень мило. Не кажется знакомым? Нет. Глянь получше. Я бы хотела такой дом. Большой, живой и светлый. Он будет, любовь моя. Я буду трудиться и построю такой дом. Обещаю. И чтобы были окна большие. А разве дом не будет быстро остывать? Думаешь, нас будет это волновать в каком-то доме? Это точно. И бассейн хочу. И еще камин. И кресло-качалку рядом с камином. Азан, это дом нашей мечты. Камин, кресло-качалка, большие окна, бассейн и большой сад. Все, как я говорила. Азан, ты сделал это для нас? Эсра, я вижу, что ты делаешь. Это платье, этот аромат. Ты же пыталась меня впечатлить, да? Но я уже не тот наивный Азан. У меня были сомнения, но теперь нет. Ты пришла в мою жизнь только из-за этого. Азан, о чем это ты? В этом твоя фишка, да? Когда все плохо, ты уходишь, а когда хорошо, возвращаешься. Знаешь, как это называется? Жадность. Ты для этого меня привел? Чтобы отомстить? Нет. Я лишь хотел показать тебе, как бы я жил с девушкой, на которой я женился. С девушкой, которая любит меня независимо от моего успеха. С той, кого я бы так же любил. Çabuk bitti.
Эсра, что случилось, родная? Позже, мама. Позже. До свидания. Азанбей, ваш пиджак. Сдайте в химчистку. До завтра. До завтра. Старый добрый Азан. Ты к нему скоро привыкнешь. Конечно, я едва его знаю. Надеюсь, я привыкну. Он разозлился из-за двери. Да не то слово. Как я и сказала, привыкнешь. Увидимся. До свидания, Чаглаханым. И как к этому привыкнуть? Этот Азан меня изживет. Пойти намазать, что ли, мазью его, а то он так и не уснет. Придет завтра на работу, весь в отеках. Ужас. Эх, Эсра. Эсра, Эсра. И снова все заканчивается болью. Чего тебе? Хотела намазать тебя мазью. Спасибо, не надо, я сам. Да что в этом такого? Ты все равно сам до спины не дотянешься. Да и я что, с ума сошла лезть к тебе домой? Спасибо. Но не надо. Я о тебе не думаю, а о себе. Ты всю ночь не сможешь уснуть, а потом придешь на работу с угрюмым лицом, набросишься на меня, а я этим уже сыта по горло. Короче, неважно. Я быстро намажу тебя и сразу же уйду. Где мазь лежит? А, вот она. Вот она. Хорошо. В зеленом тюбике она поможет. Не поможет. Раньше я смешивала несколько. И это помогало, тебе сразу легчало. Да, помню. Мне сразу становилось очень хорошо. Сейчас я все подготовлю. Азан, сядь. Ну что ты сел? Раздевайся. Что? Одежду снимай, Азан. Аллах, ну как же я должна тебя намазать? Сними футболку, я тогда смогу намазать тебе спину. Ну давай же. Намажу покраснение. Поживее, Эсра. Хорошо. Садись. Азан, садись. О, Аллах, не чешись. Я намажу свою особую смесь. Полегчает сразу, а завтра уже все пройдет. Хорошо? Только не трогай. Как заботливо с твоей стороны, Эсра. Не только портить жизнь человеку, но и пытаться все исправить. Завтра все пройдет. Надо было думать, прежде чем пихать базилик мне в салат. Да, хорошо, нежнее. Куда так давишь? Все, я закончила. Я исправила свою ошибку. Я пошла.
Хочешь как лучше? Держись подальше. Я уже. Жаль, не придумали средства от таких, как ты, чтобы ты близко не подходила. Средства ни к чему. От тебя и так хочется уйти. Алло, Чинар? Привет, Эсра. Ты так быстро исчезла. Я видел телефон на столе, когда уходил. Я заволновался. У тебя все в порядке? Да, я выходила на балкон подышать. Дверь не открывалась. Потом пришла Чагла Ханым и спасла меня. В смысле? А сейчас все хорошо? Все хорошо, как обычно. Спасибо. Увидимся на работе. Пока-пока. Чинар? Да. Зачем звонил? Он переживал. Увидел телефон на столе, не мог меня найти. Вот и все. Как любезно. Не все бессердечны, как ты. Люди стараются заботиться друг о друге. Почему ты еще здесь? Намазала, иди. Намазала, ухожу. Ну и иди. О, моя голова. Доброе утро. Доброе утро. Возьми и прими болеутоляющее. Только так ты придешь в себя. Извини, то, что случилось, мне стыдно. И я заняла твою кровать, да? Эсра, я бы даже в могилу с тобой не лег. Не волнуйся. Отлично. Хоть в чем-то мы согласны. А когда я уснула, ничего не помню. Зато я очень хорошо помню. Мне пришлось нести тебя сюда из машины. Благодаря тебе у меня появилось еще одно травматичное воспоминание. Ну и не приносил бы тогда. Чего принес? Я тебя просила? Я ведь не просила? Вряд ли я много говорила. Посмотрите на нее. Вместо благодарности она требует объяснений. Прости, Эсра, прости, что я не бросил тебя на обочине. Азан, ты что, забыл мой адрес? Ты знаешь наш дом, мог оставить меня там. Зачем привез к себе домой? А что мне было делать, а? Пока ты лежала у меня в машине, что мне было делать? Простите, тетя Минакше, я привез вашу дочь домой. Да, она выпила и отключилась. Приглядите за ней. Знаешь, что твоя мать бы со мной сделала? Поняла, поняла. Ты прав. Мама бы разозлилась, да. Мама. Мама разозлится. Она поймет, что я ночевала не дома. Эсра, ты пришла поздно. Конечно, тяжело проснуться. Вставай, а то опоздаешь на работу, детка. Эсра! Где эта девчонка? Она не ночевала дома. Теперь у меня коленки трясутся. Вызываемый абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Как? Зейно, Зейно. Зейно. Минакше, цветок мой! Я тебе снилась, красавица? Да помолчи ты минуту. Эсра, к тебе ночью приходила Зейно? Я должна ответить, да или нет? Ответь правду, я волнуюсь. Она не пришла домой, и когда я не увидела ее утром, уже столько всего успела подумать. Где она? У нее телефон выключен. Телефон выключен? Это батарейка села. Да, села. Она пришла к нам вчера после вечеринки, и мы болтали, болтали, сплетничали, а потом уснули. Ладно, хорошо. Она должна была мне написать и предупредить. Ладно, дай ей трубку, я с ней поговорю. Не могу. Что значит не могу? Какая ты странная. Дай мне услышать голос моего ребенка на 2 минуты. Эсра в душе. Не могу, она уже так долго моется.
Я вот как сделаю, Майами Накше. Я передам, когда она выйдет, и она перезвонит. Ладно, передай. Не забудь. Да, конечно. Эсра. Ну и где ты? Нет, она не могла остаться на улице. Вызываемый абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Ну, конечно, этот абонент недоступен. Так, ладно. Зино, спокойно. Кто последним ее видел? Азан. Давай, включайся, включайся. Мама там с ума сойдет. Дурацкий телефон. Привет. Да, она здесь. Секунду. Возьми. Что? Зино звонит. Зино? Алло, Зино. Ты что, была вчера с Азаном? Ночевала с Азаном? Я тебе потом все объясню. Ладно, слушай. Твоя мама звонила, она очень переживает. Я сказала, что ты осталась у меня, и у тебя сел телефон. Ты была в душе, и позвонишь ей, как выйдешь. Позвони ей. Ладно, ладно, сейчас позвоню, спасибо. В чем дело? Мама звонила Зино, и она сказала, что я ночевала у нее. Сейчас позвоню маме и притворюсь, что я была Зино. О, включился. Вы обе меня пугаете. Тихо, я звоню маме. Мы что, подростки? Почему я должен молчать? Молчи, молчи. Скажи, что ты была в клубе. Тише. Алло, мама? Эсра, ты где? Почему ты не сказала, где ты? Даже не знаю, мама. У тебя все хорошо? Да, мама, а у тебя? Аллах, дай мне сил. Эсра, почему ты не пришла домой? Алло? Мама? Я тебя не слышу. Мама, не слышу. Алло, Эсра. Мам, ты меня слышишь? Алло. Алло. Мам, я вешаю трубку. Поговорим вечером. Тут очень шумно. Чего смотришь? Я не могу лгать маме. Мне так плохо становится, что говорить не могу. Твоей маме повезло. Всю ложь ты на меня потратила. Когда это я тебе врала? С чего мне начать, Эсра, а? Например, ты сказала, что не специально надела на ужин то красное платье. Ложь, абсолютная ложь. Ты тоже врешь, говоря, что не ревнуешь. Так ты признаешь, что специально надела платье? А ты признаешь, что ревнуешь меня? Нет, я ничего такого не говорил. А тебе не нужно говорить. Я понимаю, что ты ревнуешь. Ты так думаешь? Да. Брат, ты где? Мы опаздываем. Невестка. То есть, Эсра, Ханым, то есть, я запутался, простите. Муса, стой. Увидимся, брат. О, нет, нам конец. Мне конец. Тебе-то что? Мне конец. Мне конец. Что нам делать? Эсра, спокойно. Как? Как успокоиться? Иди догони Мусу, скажи ему молчать. Он всем расскажет. Эсра, Муса и так все знает. Как так? Я сказал. Ты всем про нас рассказываешь? Про меня? Нет, Муса мой лучший друг. Он обо мне все знает. Так ты друзьям про меня говоришь? А ты говорил ему, как сильно ты меня ревнуешь? Как ты не можешь меня забыть? Эсра, хватит. Хватит. Хватит нести чушь. Даже если я не хочу, ты все равно маячишь перед глазами. Я не хочу, чтобы ты была в моей жизни и в моем доме. Я купил тебе новую одежду. Надень и уходи, чтобы тебя никто не заметил. Спасибо. Не за что. Как мило с твоей стороны. Я не о тебе думаю, а о себе. Никто не должен знать, что ты здесь была. Как бы ты ни отрицал и не прятал это, ты правда добрый человек. Это не спрячешь. Не прячь доброту. Никто не должен знать, Эсра. Ой. Как красиво. Он всегда покупал мне вещи, которые мне идут. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.